У музея оккупации начинается новая жизнь. Сегодня стартовали работы по реконструкции здания. Территорию огородили, начали разбирать стены. Перестройку музея осуществляют с Конта Буа. Договор был подписан еще в мае, но вместо обещанного июня ремонт начался только сейчас. Проект реконструкции разработан на основе эскизов архитектора Гуннара Биркерца, подаренных музею еще в 2001 году. В рамках проекта здание будет дополнено пристройкой белого цвета со стеклянной стеной. Темные стены музея и белая пристройка будут символизировать переход от темного прошлого в светлое будущее. В музее после реконструкции появятся современные помещения для экспозиции, а также интерактивные объекты. А на площади Стрелнеку будет возведен мемориал жертвам советской оккупации. Прикосновение истории. В отремонтированные помещения музей вернется в 2020 году.